уютно в теплый солнечный день пройтись по улицам города, посмотреть витрины магазинов, просто прогуляться. На улице так тепло, что некоторые одеты просто по-летнему, как вы можете видеть. Челси – это исторический район Лондона, ранее его пригород. Наряду с Белградией, Мейфером, Кенсингтоном и Найтсбриджем Челси считается одним из самых дорогих районов Лондона. Прямо в центре города находится вот такой вот замечательный парк. Довольно большой. Здесь можно гулять всем жителям близлежащих домов и тем, кто просто оказался случайно на этой улице. Сейчас я подойду и поближе покажу центральную часть парка вместе с фонтанчиком. Проходя по улице, заметила очень интересное дерево. На ветке как бы шишечки. Посмотрите, какой красивый белоснежный дом. И как он красиво смотрится на фоне темно-синего неба. Ах, эти замечательные лондонские автобусы. Замечательно придумано вешать цветы на фонарный столб. Очень красиво смотрится. Также люблю, когда эти цветы, вазоны с цветами, прикреплены к стене дома. Центр Лондона – это в основном старинные, но очень ухоженные здания. Очень красивые старинные дома с лепниной. Что эти дома недавно отреставрированы, покрашены, и оттого они имеют такой приятный, нарядный вид.